Что это у вас тут такое? Ну вот, на стене за колонной. Это кислотный хамелеон. И продукция, конечно. Боже, какой ужас. Я всегда боялась крыс и хамелеонов. И чтобы завтра все было, ты меня понял? Уволю всех к ядреной матери. Здравствуйте. Чем могу помочь? Дорогой, чего? Это же Ира. Ирочка, что случилось? Вчера приходил мой бывший. Начал орать, как сумасшедший. И что, ты вызвала полицию? Он письмо принес от твоего брата и просил передать лично в руки. Ага, как же. Он после этих поездок вообще стал какой-то ненормальный. Мне вообще страшно. Опять какое-то дерьмо вляпался. Где его 2 месяца носила? Чего? Это же брат. И что? Что я теперь за него молиться должен? Ладно, не ссы, разберемся. Дайте нож. Мне кто-нибудь даст сегодня нож или нет? Девочка, тебе лет-то сколько? 14. 14? Чё за... Вы чё здесь вообще? Все шутите, что ли? Чё ты здесь делаешь? Маме помогаю. Маме помогаешь? Собирайте вещи и убирайтесь отсюда. Вы уволены. Что с тобой, дорогая? Что такое? Что такое? Что... Да что там у тебя? Да успокойся ты уже! Где твои таблетки? Что тебе доктор сказал? Дайте таблетки. Воды! Если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет в живых. Это война. Сейчас мой последний шанс написать тебе, брат. Я люблю тебя. Прости. Прости за всю боль, которую я тебе причинил, за все, что было, прости. За Машу прости. Боже, ну почему? Почему мы все делаем наоборот? Пила одного, замуж пошла за другого. Да ведь он из-за меня поехал. И ребенка. Значит, это его ребенок? Когда мне плохо, я разговариваю с ним. Ведь если просить искренне, то все получится. Честно. Мне, наверное,
не поверите. В этот миг это все, что мне осталось. Я никогда не писал и не произносил этих слов, знакомых с детства. Отец наш небесный, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Боже, спаси нас в этот трудный миг, ибо эта война последняя, ужасная. И после нее не будет ни победителей, ни побежденных. Я отрекусь от всего, что имею. Вещей, дома, амбиций, желаний. Только сделай так, чтобы мы пробудились от насилия, войн и страха. Пусть будет радость на земле. Я исполню, что обещал. Да будет так.